Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это вор золотое издание. Итак, у меня, короче, столько проблем было, поэтому видоса не было. У меня, во-первых, слетели, короче, настройки почему-то у микрофона. И когда я говорил, короче, какие-то бульканье, шумы какие-то появились. Вот, пришлось все это перенастраивать, все это переделывать. Это во-первых. Во-вторых, у меня, короче... Не знаю, слетели сохранки или фиг знает, короче, не сохранилось, что ли, это, то, что мы в прошлый раз проходили, короче. Мне пришлось миссию с самого начала, короче, и до сюда дойти, добежать, короче, я пробежал, не знаю, все пытался сделать, как мы и в прошлый раз сделали. Вот, надеюсь, ничего не пропустил, но если пропустил, то повторно что-то сделаем, вот. Так. Окей, мы с вами нашли четкие, мы с вами нашли молитвенник, вот. И теперь нам нужно, короче, сконцентрироваться на именно найти святой символ. Вот, призрак говорил то, что на какой-то фабрике его надо сделать. Я так подразумеваю, что это символ, это молот, потому что мы вычитали, что в этом соборе раньше жили хамериты, то бишь молоты, вот, и их символ святой надо, короче, сделать. Нам найти надо фабрику, вот. А дальше нам нужно благословить этот святой символ, вот, и найти свечу. Это вот основное то, что нам сейчас... В принципе, надо выполнить ритуал, мы уже будем выполнять потом, вот. Ну и убивать всех скелетов. Я опять, кстати, когда проходил сейчас второй раз, короче, опять мучился с этими скелетонами. Мне не получалось сзади, короче, подкрасться и их уничтожить. Так, деньги, хорошо. Деньги — это хорошо. Мы сейчас находимся с вами так. Мы читали, что... Я, кстати, зомби, видишь, здесь убил. Это святой Дженнел, вот. Кили святого Дженнела. Но, для начала я хочу сходить в подвал. Подвал собора, потому что, помните, там был, короче, ручник. Был, короче, этот рычаг. Я думаю, что там подается... электричество. Я его в прошлый раз, короче, нажал, потом опять еще раз нажал, короче, выключил. Вот. Давайте попробуем. Окей. Для начала, знаешь, что я сделаю сейчас? Так. Для начала я сделаю, я пойду хилку, схилюсь. Вот. Кстати, я не знаю, это я не тратил. 10 водяных стрел, не знаю, меня сэкономил. Две огненные стрелы я сэкономил. Вот. В принципе. Стрелы с веревками я не пользовался. И что, у меня исцеляющие зелья есть. И все. И все, остальное я все потратил. Также мины я все потратил. Я в принципе пытался сделать все то же самое, что мы делали как бы до этого, в прошлой серии. Потому что, ну, чтобы было более-менее похоже на то, что, на чем мы остановились с вами. Окей. Ну, может, чуточку там не так получилось, но ладно. Рупешники в других местах лежат. Так, хорошо. Свет я подал. Свет я подал. Ну, давай посмотрим, что здесь у нас еще имеется. Бляха. Так, ну ладно, я его сейчас загашу по-бырому. С привидениями, в принципе, нет никаких... этих проблем, в принципе. Их вот так вот бьешь. Я, кстати, понял еще фишку, когда вот второй раз сейчас проходил, короче. Зомби можно вырубать, кстати, вот так вот. Сильными ударами. Всего хватает вот пару ударов сильных. И он, видишь, падает, умирает. Ну, не умирает, а отрубается. Также, в принципе, вот этих ханты, вот этих скелетов также можно, короче, порубать. Только там получается 3 удара, вот, так, закрыто. 3 удара получается, вот. Ну, они сложнее тем, что они тоже бьют. Они тоже махаются мечом, вот. И бывают, они, короче, отбивают удар, вот этот.
Так что проще, не знаю, проще как-то сзади. Сзади обходить и... Так, хорошо. Сзади обходить. Что за труп? Брат Рено? Погоди, в смысле? В смысле, брат Рено? Мы считали, что брат Рено находится наверху в обсерватории. Нет? Здесь? Хорошо, ладно, запомню. В подвале брат Рено, а в соборе, по-моему, на третьем этаже находится брат... как его зовут? Как его там зовут? Мартелло. Брат Мартелло, окей. Брат Мартелло в соборе, а Рено, короче, здесь в подвале. Окей. Так, это... Что это было? Бляха. Камнем по башке. Чуть камнем по башке. Так, дверная ручка. Зачем мне дверная ручка? Окей. Я аж с испугу, короче, дверную ручку схватил. Окей. Так, это... Не берется ничего. Это ничего не берется. Окей. Я не знаю, как по звуку, я вроде настроил, но не знаю, как по звуку. Вот. Я думаю, должно все быть нормально. Офигеть, да, здесь системы. Просто ты посмотри. Туком бы не шандарахнуло, короче, в этой воде. Охренеть, да, система? Подвальчик такой. Оборудованный. Так, это я заберу. Это что? Не знаю, что это. Охренеть. О-о-о-о-о-о-о. Вот это ништяк. Вот это ништяк. Вот это я заглянул хорошо. Вот это хорошо. Вот это я не знаю, что это такое. Это больше похоже, знаешь, на лифт. Туда ложишь какую-то штуку, какую-то вещь, а нажимаешь, и он уводит куда-то. Знаешь такую фишку, да? Вот. Я не знаю, для чего он нужен, но я думаю, дальше мы, в принципе, разберемся, скорее всего. Ладно. Так, черепа. В принципе, все, да, подвал готов. Подвал я, в принципе, осмотрел. Так, здесь я был? Да, я сюда, по-моему, ходил. В первую очередь, здесь брат Рено. Здесь брат Рено лежит. Он никуда не ушел, он лежит, он мертв. Так, все, отправляемся, короче, в кельи святого Дженнела, короче. Вот, там, в принципе, мы считали, там должна быть обсерватория. Давай сходим туда, посмотрим. В принципе, с врагами мы как бы вот поняли, как, да, как вообще обходиться вот с этими всякими разными. Каждому, видишь, небольшой такой, в принципе, можно сказать, подход каждому нужен. Свой. Так, окей. Окей, окей, окей. А я ж подал электричество. А. Нормально. Окей. Так, погоди. А, ну все нормально. Я думал, там дверь пропустил. Окей, идем сюда. Блях, вот сколько этих зомбарей-то тут. Ой, я еще вижу. Вот так. Причем, короче, вот сильным ударом бьешь, короче, он так, знаешь, он начинает замахиваться, и если ты первый... Опа, ключ. Ключ от чего? Ключ от кладбища. Окей. Он начинает замахиваться, если ты первый ударишь его таким сильным ударом, короче, он это... Прерывает атаку. И вот это хорошо. Насчет хантов, я не знаю, прерывают они атаку или нет. Как-то я не замечал этого. Так, а это что? Знаешь, как это для молитв, знаешь? Зомби там. Зомби такой помолился такой. Это. Помолился такой. Вышел. Зомби, вы молот обронили. Чё ты опять-то встал? Тихо, тихо.
Опа. Пускай. Пускай лежит. Маховые стрелы. Зачем мне маховые стрелы? Ты мне водяные или огненные стрелы дай. Ну, в принципе, у меня огненных есть. Две штуки. Но этого мало, этого мало. Мне бы, в принципе, надо эту. Так, закрыт. Мне, в принципе, надо... Святую воду. Забыл, как называется. Забыл, как называется. Так, а это, наверное, лестница в обсерваторию, я так предполагаю, да? Окей, ладно, а там что? Там спуск вниз? Да, там спуск вниз, давай, давай мы это, поднимемся в обсерваторию, потом уже спустимся вниз. О, хорошо, о, огненная стрела, хорошо, три штуки. Три штуки, ну, тоже мало, мне все мало. Смотри, там можно на крышу, что ли, забраться? Окей. Так, а вот и обсерватория, это ломается? Лунный бассейн. Господь строитель, несомненно, благосклонен к тому, что покоряем мы необузданные силы природы при помощи устройств, созданных во имя его. Здесь, в башне, при помощи этих оптических устройств, я многое узнал о движении светил, кое поместил строитель над нами. Божественная сила Луны и звезда сфокусирована на поверхности водоема, который назвал я лунным бассейном. Я питал надежду, что вода станет обладать таким же свойствами, как и святая вода, но сие не так. Однако должно быть, содержит она в себе милость строителя, ибо даровала благословение Господне святым символом, помещенным в бассейн. Я продолжу исследование в дальнейших поисках знания во славу строителя, брат Рено. Ага, получается, брат Рено был здесь, он просто спустился в подвал и его там убило, короче, я так предполагаю, да? Окей, а лунный бассейн, вот здесь нам нужно будет освещать, получается, святой символ, но у нас нет святого символа, нам нужно для начала найти святой символ. Так, это что? Прикольно, да? Почему не работает? Ладно, окей, я думаю, что здесь еще рано пока что, поэтому давайте искать фабрику, нам нужно фабрику найти. Чтобы сделать святой символ. А потом уже прийти сюда и благословить его. Окей, давай спустимся. Здесь, по идее, смотри, лифт должен быть, да? Но так как его нету, поставили лестницу. Опять зомби. Опять зомби. Хант. Хант. Тихо, тупик. Сейчас я его... Хац. Хорошо. Все, минус зомби. Так, есть лифт наверх. Надо будет посмотреть, куда он ведет. Где я выйду. Прикольно, да, сооружение? Необычное такое сооружение, я бы сказал. Бляха. Давай посмотрим, куда нам приведет это. Я думаю, мы были. Туда, куда нам приведет, мы были. Я так думаю. А, ну здесь мы молитвенник брали. Окей, понятно. Здесь мы взяли молитвенник. Понятно. Получается, вот эти вот ходы, короче, подземные, они все помещения вот соединяют друг с другом, соединяются, короче, вот этим лабиринтом. Вот, и можно, в принципе, выйти в разных местах. Так, надо этого ханта, короче. Гасить. А не, смотри, еще лифт. Не работает, что ли? А! Жесть. Сейчас бы стоял. Окей.
Ну, я думаю, тоже здесь были. Думаю, здесь тоже были. Просто посмотреть, куда это приведет. О, нет, что такого не помню. Что-то такого не помню, мы здесь не были. Кирки, молоты всякие. Так, смотри, лестница наверх есть. Ладно, наверх пока не пойду. Во системы, да, во системы. А, это фабрика. Мы нашли фабрику, ёпте мать. Надо будет, короче, я так понимаю, вот этот котел здесь надо будет, вон, видишь, рычаги всякие, здесь надо будет, короче, делать. Там еще записули и село. Давай-ка здесь еще посмотрим сейчас. А фабрика это вот. Кили Святого Тедера, это фабрика. Понятно. А мы искали. Окей, давай, давай сейчас начнем. Почитаем. Этап первый. Расположить одну из форм в четырех зажимах перед плавильным котлом. Этап второй. Оттянуть левый рычаг назад для закрытия формы. Этап третий. Толкнуть правый рычаг вперед, дабы наклонить котел по показаниям прибора на стене, определить, что форма заполнена. Вернуть котел в прежнее положение, оттянув правый рычаг назад. Этап четвертый. Толкнуть левый рычаг вперед для открытия формы. Вынуть свежеизготовленное изделие. Хвала строителю. Окей. Так. Получается. Подставить форму, выбрать форму. Какая? Смотри, ключ. Это что? Шестеренка. Вон молот. Нам, в принципе, нужен молот. Давай посмотрим. Давай. Да. Да. Так, а первым делом, короче, поставить, выбрать форму, поставить форму сюда. Так. А какой там рычаг? Рычаг левый, да? Закрыть форму. Правый. Залить. И по показаниям, короче, на стене. По показаниям на стене смотреть, насколько оно заполнилось. Бляха. Ты пугаешь так? Чего так пугаешь-то, бляха? Так, окей, а что там, открыть форму, да? Святой символ, да, точно молот. Точно молот. Так, окей, а давай-ка посмотрим. Вот это что такое? Так, я хочу ключ. Давай-ка ключ. А, погоди, он не поменял, он взял, забрал. А, ключ. Что за ключ? Так, повторяем. Повторяем процедуру. Закрыл. Налил. Ждем. В принципе, следить можно не следить. Она сама сейчас пикнет, короче, и все. Окей, так, открыл. И вуаля, ключ. Так, ключ от чего? Ключ от винного погреба. Винный погреб. Вы помните, какими двери, которые не открывались отмычками? Вроде как какую-то дверь мы встречали же, да, до этого, которая не открывалась отмычками. Ну-ка, не помню. Напишите в комментах, если помните, где оно находится. Вроде как встречали. Так, шестеренки, я не знаю, нужны нам шестеренки какие-то. Это я так предполагаю, кирка, да? Кирка, вот это что такое? Давай сейчас посмотрим. В принципе, другие я не буду, наверное, формы делать. Если где-то что-то понадобится, там шестеренка где-то или что-то такое, то я, короче, вернусь, да, думаю, и сделаю. Вот это что такое, хочу посмотреть. Что это? Что за фалос? Ручка рычага.
Так, окей, ладно, святой символ у нас есть, теперь можно возвращаться в обсерваторию и делать, не делать, а как его, благословлять. Но, а, погоди, здесь же еще что-то и было, да, где-то? Наверх. Давай посмотрим наверх, еще внизу, короче, хант лазит. Надо еще его, короче, посмотреть. Мы там не были, где хант. В агрегаты, да в агрегаты. Еще до усыпальницы. О-о-о-о, хорошо. Вот это другое дело, это уже мне нравится. Огненные стрелы, это уже хорошо. Бляха, а этот привидение так и нам не сказала, где святая вода находится. Жалко, что вот этот бассейн, лунный бассейн, да, мы там уже написано было, то что он не дает такого эффекта, как святая вода, но он может благословить символ. Это что такое? Это что такое? Дорожка. Колодец. Ой, мешочек, тихо. Свеча. Вот тена. Вот тена. Не ожидал вообще. Я думал, свеча где-нибудь тоже в кельях каких-нибудь там святых. Так, а это что? Так, погоди. А там еще был проход. Вот тена. Вот тена, вот те свеча. А здесь тупик. Понятно. Выход только один. Короче, нет, мы сейчас, получается, выйдем, да? Посмотрим, что там за место. Если мы там были, то вернемся, короче. Зомби. То вернемся, короче, с вами в это, в Дженнел. Ой. Не Дженнел, а куда там? Ну, короче, это кладбище. Не-не-не, на кладбище нам пока не надо. Блеха, святой воды надо. Святая вода нужна срочно. Святая вода срочно нужна. Так, поехали, короче, в подвал. И там еще хант. Надо его, короче, тоже загасить. Смотреть, что он там охраняет. Так, а где лифт? О. Блеха, вот надо где-то святую воду искать. На кладбище огненные стрелы будем экономить, потому что на кладбище я думаю, что там будет много зомби, возможно, привидений, возможно, хантов. Это же все-таки кладбище. Так. А где там хан был? Здесь? Да, он гремит цепями. Так, еще один лифт. Я в тени. Так, надо как-то сделать, чтобы за спины его. Я не хочу с ним сражаться. Там я вижу сундучок. Может, еще что-то интересное. Может, это ключ от сундука для винного погреба. Там, может, это вот это винный погреб. Хотя на винный погреб не похоже. Это больше похоже на какие-то склад этих. Склад припасов. Момент. Хорошо. Это что такое? Так. Ничего здесь не лежит. Ложка деревянная, не? Ну, по звуку не деревянная. Так, что это такое? Горелка какая-то или что? Мини-кальян? Бутылки. О, хоть что-то.
Так, это обычная бутылка. О, алмазик, хорошо. Так, еще что-нибудь, ножик. Ой, зелье исцеления, хорошо, можно выпить одну. У меня совсем. Святая вода! О, да, святая вода, бляха. О, хотя бы один пузырек, хотя бы один пузырек. В кучку, короче, всех, я приберегу для кладбища. В кучку их там всех сгоним и, короче, захерачим. Так, лифт. Святую воду лучше не тратить. Чисто экономим. Держим ее для кладбища. Я думаю, на кладбище будет жестко. Так, отправляемся, короче, в обсерваторию и начинаем благословлять. А, понятно. Смотри, а призрака нету, свалил. Призрак свалил. Так, святой дженнел. Святой дженнел. Святой дженнел здесь. Идем в обсерваторию. Тихо, погоди. Это вниз, да? Обсерватория сначала вниз, потом наверх. Вы замутили! Сначала вниз, потом наверх. У нас, в принципе, для ритуала есть все. Сейчас надо светить, да, и выдвигаться на кладбище. Так. А как там освещать-то его? Просто бросить? О, где? О. Смотри, покраснел. Благословенный символ, святой символ. Отлично! Отлично! Все, правда, я думал, сложнее будет благословлять. Думал, какие-то там махинации надо будет проводить. Оказывается, нет. Окей, отправляемся с вами к кладбищу. Еще винный погреб. Вспоминайте, друзья, вспоминайте, где мы видели дверь, которая не открывается, которая не открывалась отмычками. Так, погоди. Здесь кладбище, да? Тут лежал зомбарь. Кстати. Кстати. Так, окей. А это для погреба, где для кладбища? Отлично. Так, окей. Я думаю, давайте для начала, короче, огненные стрелы. Раз. Пониже. Два. Леха, открой решетку-то. Так. Раз. Два. Еще одна. Опа. Бляха, еще бы одну стрелу. Было бы шикарно, замечательно. Погоди. Бляха там еще ходит. Ладно, окей. Святая вода. Святая вода пошла в ход. Где она? Что это сейчас было? Что это сейчас было за звук? Все, погнали. Погнали, мочим. Раз. Два. Три. Фу, близко подошел. Три. Четыре. Так вот. Все, ништяк. Просто всех. Просто всех. Ладно, окей, друзья. Давайте на этом закончим. Вот, у меня видос подходит к концу. Продолжим в следующей серии. Нам, в принципе, осталось...
Так, вот это мы все нашли. Нам теперь нужно выполнить над похоронный ритуал, короче, над телом, получается, этого призрака, да, нашего. Так, нам надо будет коснуться четками могильного камня, поставить на могильный камень свечу, прочитать молитвенник, коснуться могильного камня благословенным символом. Окей. Потом нам еще надо будет похоронить брата Мартелла, похоронить брата Рено. Надо будет возвращаться, короче. Окей. Окей, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, да, и делимся с друзьями. Комментируем, с вами был Валерий, всем пока.